Я начинаю новую серию своих фильмов о нашем путешествии в Дубай. В Дубай мы летим второй раз, но все по порядку. Почти любое путешествие начинается с полета. Вот и мы сейчас находимся в аэропорту Дюссельдорфа и ожидаем посадку на самолет. А летим мы в самом большом пассажирском самолете на сегодняшний день в мире – аэробусом 380. Самолет уже вырулил на взлетно-посадочную полосу и вот-вот стартует. Взлетели. А это кусочек нашего земного шарика сверху. Не могу вам описать, какой восторг я испытываю каждый раз, когда вижу нашу Землю с высоты воздушного полета. Посмотрите, какие нагрузки испытывает самолет и какая погода в том воздушном слое, куда мы сейчас поднялись. Самолет набрал нужную высоту, первые волнения улеглись. И самое время показать салон самолета, в котором мы находимся. Поскольку полет дальний, 6,5 часов, нас кормят. Мы с мужем взяли разную еду. Он мясо, а я рыбу. Он белое вино, а я красное. Несмотря на то, что лететь довольно долго, 6,5 часов, время пролетело незаметно. Мы подлетаем к Дубаю. Видно не очень четко, потому что в воздухе песочная пыль. Заходим на посадку. Видите, прямо на нас, прямо к нам приближается взлетно-посадочная полоса. Приземлились. Нас просят оценить полет. Понравилось нам или нет? Очень понравилось. Нажимаем на первый смайлик. В окне иллюминатора аэропорт Дубая. Он приветствует нас. А последующие впечатления нашего второго посещения Дубая в следующих фильмах.
Уважаемые зрители, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на наш канал. До следующих встреч!